Привет, народ! Сейчас я вам покажу, как можно противостоять армии тяжелых танков. На версии защиты это построить турели второго уровня и рядом с ними лазерную защиту. Если денег уже довольно много и дело к концу игры, то можно поставить минные поля в виде фабрикатора. Как я раньше говорил, чем выше уровень фабрикатора, тем больше он урон наносит по площади после своего уничтожения. У меня противник автоматически атакует фабрикатор и наносит сама же себе урон. Если армия противника довольно большая, то 4 турелей 2 уровня не хватит. Чтобы хорошо уничтожить армию противника, понадобится турели 3 уровня и лазерная защита 2 уровня. 2-3 турелей может не хватить, постройте их штук 6-7, тогда их точно хватит. Позади них постройте лазерную защиту 2 уровня, тогда она обеспечит хорошее прикрытие для ваших турелей. Не забудьте построить ПВО, потому что если прилетят вражеские самолеты, от ваших турелей останется груда металлолома. Используйте преимущество ландшафта. Если армию противника и вашу базу разделяют речка или холмы, постройте на своей базе турели 3 уровня, артиллерию 2 уровня или артиллерию 1 уровня. Они без повреждений смогут спокойно наносить урон противника.